тревога условная в рамках учения. Ровно в 12:00 в здании физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Центральной объявили пожарную тревогу. Это учение, но их сценарий максимально приближен к реальной чрезвычайной ситуации. В одном из помещений произошло возгорание, и всем людям, находящимся внутри здания, необходимо срочно его покинуть, согласно плану эвакуации. Причем отойти на безопасное расстояние от места ЧП. Начались проверки торговых центров, физкультурно-оздоровительных центров, школ, детских садов. Общие областные тренировки по, значит, эвакуации в случае пожара. Службы экстренного реагирования прибывают на место ЧС в считанные минуты. В ходе тренировки отрабатывается и эвакуация людей из помещений, и их спасение. Так, по сценарию самостоятельно выйти из здания смогли не все. На крыше комплекса остался человек. К нему на помощь приходят спасатели Щелковского центра гражданской защиты. Используя подвесную систему, им удается в течение нескольких минут эвакуировать мужчину с места ЧС. Большое спасибо. Отработано на 5 баллов. Мне понравилось, как работали наши спасатели и руководители данного спорткомплекса. В городском округе Щелково летом состоялось свыше 60 подобных учебных эвакуаций. Проходят они ежеквартально. Тренируются спасатели и другие службы экстренного реагирования, а также просто граждане, сотрудники организации предприятий. Ведь знать, как вести себя во время ЧП, должен каждый. Это всего лишь учение, но именно такие тренировки и помогают в случае возникновения чрезвычайной ситуации не поддаваться панике и действовать строго по инструкции. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.